Если вы стали исследовать свою генеалогию, то так или иначе это приведет к большему общению с родственниками. И тут возникают всякие казусы. Сначала, возможно, никто не воспримет всерьез ваше увлечение. Но когда через несколько лет станет понятно, что это надолго, реакция может быть разной от полного неприятия до искреннего энтузиазма. Насколько имеет значение, как относятся к вашему увлечению родственники? Негативное отношение – это не критично, конечно, зато вызвать энтузиазм очень желательно. И так вы получаете помощь, бесплатную помощь, и, конечно, укрепляете внутрисемейные связи как бонус. Как это сделать? В общем-то, только правильной подачей результатов, учитывая возраст и интересы аудитории, то есть детям мороженое, фильмы, клипы, наглядные изображения, приключения, дамам побольше красивости и истории любви, мужчинам про войну. Тут каждый пункт можно оспорить, но общая канва такая. И главное, чтобы ваш поиск не рассорил вас с родными, и не обижайтесь, если ваши находки не ценят или ждут других конкретных результатов, вроде дворянских корней. Генеалогия требует полного погружения, и это искажает вашу реакцию на такие вот замечания. А объем проделанной работы вообще известен только вам.